один. Позвоню своей капанце, запрошу я ее на танцы, на поляне тихой для раки. Я домой можно таранку, не пушу свою капанку. Хай наш сон прогонит жарки. Кликнув сиквия на веселье, как со мною по постели, и вукнули горка. Все в руки, давайте кричать горка, а не хоть целуются. Горка! Горка! Целуйтесь! Горка! Давайте целуйтесь! Кто там? Ну помогите им! Горка! Что, молодые не целуются в Варшаве? Не принято уже? Мы здесь сидимся в лагоде, у весельном хороводе, мельно пойти кругом голова. Загораться зоркью ночи, усмехнуться милой ночи, и под ноги ляжем мурава. Я довожну до ранку, не пущу свою каханку. Хай наш сон прогонит жарки, кликну псих и я на веселье, как со мной овощ сели. Лукнули, что? Горько! Давайте целуйтесь, кто там? Есть пара? Нема пары? Ну муж, жена, есть некие. О, целуются! О, горько! Кричи горько! Давайте кричите горько! 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 Все, по-моему, веселье. Едем до вас на хате после концерта. Автор пати. Ну так восемь. У нас есть пара. Повинны быть сверху. Не веду я, кто это у Варшаве, у Борисове, Молодечина, а у нас у Линском и Новогрузском районе, как оказалось, у Полоцким так само. Есть так, ну, светки. Это во всех есть светки. Так вот, на веселье светки – это, ну, лепшая сябровка, молодой ти сестра, там молодшая, не дай бог, старейшая. И сябр. Лепши. Ну, бывает, сябр напьется, назначаюсь, кто под руку попадется. Какого-нибудь программиста. Ну, так вот, у нас в Новогрудском районе и в Улицком районе, там веселье бывают по 2-3 дни. Так вот, после первого дня... Не-не-не, на другий день. Звычайно, пацаны... Нет, девчата спочатку, так, коли она уже приходит такая вся там, набруалиненная. Ну что? Растома? Ну, а пацаны так, ну что там? Ну там и напитает там, просто так, ну. Поручик хотел. Ну, такая традиция. Не важно, что ж там было у них, и не было. Это так такая, ну, как вот это всем цікаво. Это так, такая другая интрига веселья. Так вот, я себе такую историю придумал, что после первого дня идут замученные светки уздовж. Вот это вот приходит, запутай, вот это Джеймс Бонд такие. Давай. Идут уздовж высокого берега Немана. Первое плыве, наверное, не идея, на плыве светка. Волосы раскисные, тут босоножки, ноги болят, спину ломить. Такая клевая, ну, нормально, чувиха. А сзаду... Светок. И он программист, и он весь час у своим любимым девайсе. Бабка некая сказала, там спите. Неважно, там разными поселились и особенно, но вот спите там, где-то там, там Василевича, вам постели, ну все, уже идите. И он бедный, я не ведая, что это за система. Як эту систему, и он может даже департамент Сполучених Штатов зайти там в сайты все там. И он троллит ведает, как карту, и белорусский дом. Ну, а тут
Женщина. Там шукає, як там. Google, help me! І раптом на тим березі ньомна нехто, так співаючи під баян, я доложну до ранку. І реку, ранку. І це було сигналом для його. І він відчув некий покликання. І він нечто повинен був зробити, і він чмокнув її, куди мог, у вуха, тому що не ведав, як там. І вона така... Ну, коли раз уже поцілувалися, на високому березі Ньомна, хочеться ж другим. Стука стоять, подарки я чи приймаю, родичок молодий, цілуються. Ну, короче, як вони там прочнулися і що у них питали, це не важливо. Головне, що через деякий час було чергове весілля, потім чергове весілля, чергове народження діток, і почали білоруси плодитися. Весільні діти. 11 мільйонів. 15 мільйонів, през 10 років 25 і 30. Ровно стільки, скільки сказав головнокомандуючий, щоб наша економіка працювала, як усі усходні європейські тигри, потрібно 30 мільйонів. Так ось одна пісня, одна бабка, яка показала дорогу молодим. Ось так очарувала. Я домовлю до ранку.